это же, ну, хочется как сказку, хочется волшебную таблетку, чтобы раз и молниеносно, и одномоментно, и все помогло. Так не бывает. Нужно взять ответственность на себя за свое состояние, за свое здоровье. И к этому в помощь наши микросферы. Пояс универсальный, варифорты. И тогда, конечно, наступает, ну, не только ремиссия, не только стойкий результат. У вас появляются силы, энергия. Микросферы еще и с этой стороны работают. Они придают силу и энергию, потому что иммунная система начинает работать. Восстанавливаются все клеточки нашего организма. У кого-то очень быстрый эффект. Кто-то чувствует буквально, я даже не могу вот прям... на протяжении нескольких часов. То есть острая, сильная боль, человек делает накладку, пояс универсальный крепит на поясничный или, допустим, варифорты на тазобедренный сустав, и уже буквально проходит в течение получаса, 20-30 минут, улучшается кровообращение, начинается работа внутренних органов, и человек чувствует легкое тепло. И таким образом снимается воспалительный процесс. Но это не говорит о том, что мы применили их один раз и больше использовать не нужно. Использовать лучше постоянно. Не тогда, когда только заболело, а их использовать как хлеб, как соль. То есть то, что у нас стоит постоянно, и мы применяем постоянно, и варифорт, и пояс должен лежать у прикроватной тумбочки. Лучше пришли, болит не болит, взяли, положили, подпоясничный отдел, или если вас беспокоит варикоз, тромбофлебит, подержали на ножках, закрепили 15-20 минут, пока смотрите свою любимую передачу, пока читаете книгу. Пускай используйте их каждый день для того, чтобы не было проблем со здоровьем, допустим, там через месяц, через два, или когда где-то что-то немножечко простудились, какой-то миозит, и тогда мы вспоминаем про пояс универсальный, или где-то что-то неправильно встали, подняли тяжести, и в пояснице защемило, где-то закололо, и тогда мы только вспоминаем. Пускай они у вас будут ежедневно, тогда не нужно будет возвращаться к этим острым болям. И также варикоз. Понимаете, мы идем к этому заболеванию не один день. Длительное время проходит, из года в год, какие-то физические нагрузки, неправильное питание, неправильный образ жизни. По статистике, каждый третий человек на Земле в возрасте от 25 лет испытывает дискомфорт в области опорно-двигательного аппарата, а в возрасте от 50 лет практически каждый. К основным проблемам можно отнести заболевания суставов, артриты и артрозы, растяжение мышц и соединительной ткани, остеохондроз и радикулит, грыжи позвоночника, травмы позвоночника и их последствия. Это далеко не полный список недугов, которые при недолжном к ним отношении могут привести к более серьезным проблемам – ограничению в движении, сильным болям, инвалидности или полной неподвижности конечностей. Помимо здорового образа жизни и регулярных осмотров у врача, проверенным клиническими испытаниями вариантом являются изделия с наполнителем из микросфер. Это налокотник, он же используется как наколенник, и поясничный пояс. Что же такое микросферы? Микросферы – это мельчайшие полые стеклянные шарики размером всего 20 микрон. При использовании изделия микростеклосферы отражают инфракрасную энергию, излучаемую телом человека. Они посылают инфракрасные тепловые волны обратно в организм в неизменном виде. Происходит повышение температуры внутренних тканей на 1-2 градуса. За счет этого достигается физиотерапевтический эффект и, как следствие, улучшается циркуляция крови и обменных процессов, восстанавливается подвижность суставов, усиливается венозный отток, улучшаются обменные процессы, регенерация тканей и, как результат, клетки пораженных органов начинают восстанавливаться. Изделия выпускаются в нескольких размерах. Это позволяет выбрать оптимальный вариант, подходящий конкретному случаю. Сегодня мы остановились только на двух видах изделий, но на самом деле ассортимент продукции разнообразен и включает в себя даже подушки и матрасы с наполнителем из микросфер. А спектр применения доходит до реабилитации после инсультов, которые подтверждены клиническими испытаниями. Напомним, что непосредственно поясничный пояс и налокотник используются при травмах позвоночника, заболеваниях суставов, артриты и артрозы, растяжении мышц и соединительной ткани, в случаях остеохондроза, радикулита и грыжи позвоночника.
Изделия могут применяться не только в лечебных учреждениях, но и в домашних условиях. В терапевтических и профилактических целях, для предотвращения и мониторинга заболеваний, а также для облегчения периода реабилитации после травм и хирургического вмешательства. Здоровье – это драгоценность, и притом единственная. Мишель де Монтень. Принцип воздействия – это и есть физиотерапия. То есть согревающее тепло. Температура тела при взаимодействии повышается на 1-2 градуса, что абсолютно безопасно для применения человека. То есть это не тот температурный порог, когда 1-2 градуса, и мы чувствуем какое-то вирусное инфекционное заболевание. Нет, это наше тепло, которое аккумулируется при взаимодействии с поясом или варифортом, и аккумулируется и передается нашему же организму. Таким образом снимается воспалительный процесс, обезболивающий процесс, улучшается кровообращение, релаксация наступает, то есть освобождение от этих мышечных суставных болей нашим же теплом, передающим нашим же больным органам и тканям. Когда у нас дальнобойщики приезжали, еле могли подняться, прийти в салон, в магазин для того, чтобы купить, где-то кто-то сказал, услышали и пришли купить, не могли двигаться, не могли сидеть. И покупая пояс универсальный, они покупали все. Понимаете, когда болит, тогда уже кажется, лучше купить, пускай это будет на запас. И на варифорте сидели, пояс универсальный крепили и приезжали через неделю, через две, просто, говорит, с низким поклоном. Боже мой, когда ты едешь, и когда ты ходишь, и когда ты идешь в туалет, и ты делаешь это как здоровый человек, это дорогого стоит. Поэтому, конечно, помогает. Были моменты такие, сварщик, нога, отекшая, опухшая, не мог подняться на 3 ступеньки. Варил каменный цементный пол, на колено нужно было встать, и 6-7 часов проварил на колени. Нога, на утро встал, просто столб, как одна нога, больная нога, как две. Шлеп нога, невозможно было оторвать от земли, подняться на ступеньку тем более. Но опять-таки здесь мы использовали и пояс универсальный, аппликатор универсальный, и варифорты, потому что надо было воздействие, я еще раз повторяюсь, чем больше площадь воздействия, тем эффект достигается быстрее. То есть когда мы улучшаем кровообращение седалищного, поясничного отдела и варифорты, тогда, конечно, результат. Человек носил тоже в течение недели, но уже появились результаты после 2 дней. Отек стал сходить, боли стали уменьшаться, и как результат он смог через неделю пойти полноценно на работу. В зависимости от тяжести заболевания и результат наступает у всех по-разному. Мы не можем говорить, что только при каких-то острых болях, неважно, шейно-воротниковый, тазобедренный, поясничный это отдел или варикоз, что мы полежали 15-20 минут, завтра про него забыли, также неправильно питаемся, также жизнь без движения, и все будет нормализоваться. Очень часто спрашивают, а что, если у меня, допустим, варикоз или, допустим, тромбофлебит, и иногда болит поясница, так что я должен покупать 2 аппликатора? Нет. Можно использовать один. Потом просто вам захочется применять еще и второй. Очень удобны в применении варифорты. Они легко крепятся как на икроножную, тазобедренную, как повязочкой, так и пояс. Его можно применять как пояс универсальный, прикрепив на поясничный отдел, на плечевой отдел. Его можно использовать. Конечно, пояс универсальный, он немножечко, может быть, более вытянутый, поэтому он захватывает не только поясничный отдел, но и даже укладывается как на переднюю часть живота, да, то есть площадь, чем больше площадь воздействует, тем эффект достигается быстрее. И, конечно, если у человека и проблемы с шейно-воротниковой зоной, и поясничной, и варикоз, конечно, в идеале купить и тот, и другой. Но попробуйте изначально
Но хоть чего-то начать, потому что мы хотим быть здоровыми, мы хотим чувствовать себя отлично, мы хотим каждый день встречать с улыбкой, а не с гримасой, когда тебя где-то там болит, где-то что-то встать невозможно. Поэтому используйте, начните. Его можно применять на любой участке тела. Они очень легкие, они очень удобные в применении, они воздушные. При применении, вот я немножечко коснусь этого, когда мы берем, ощущаем эта воздушность и легкость, такое ощущение, что в руках у вас, когда вы трогаете микросферы, такое ощущение, что либо какое-то водянисто-ватное такое вот ощущение, когда вы поносите и укладываете на проблемный или привязываете на проблемный участок тела, он начинает, микросферы, пояс начинает или варифор затвердевать. То есть мы сразу понимаем, что значит, происходит естественный процесс. То есть вот он был легкий, он был воздушный, он был нежный. Мы прикрепляем, и понятно, что за счет обмена информации, энергоинформации, тепловой информации забираются какие-то болевые, эти все негативные моменты нашего организма, и он начинает затвердевать. Когда первый раз, знаете, немножечко расскажу о себе, когда я первый раз познакомилась с этим аппликатором, я даже как-то так, когда ты не понимаешь, как это происходит, как это работает и что это такое микросферы, что же за это за полые шарики. Но когда ты их ложишься на варифорты и на пояс универсальный, даже можно лечь, если шейная проблема, шейно-воротниковой зоны, вы даже можете положить голову, вы просто как будто растворяетесь. У вас за день все негативные мысли, они уходят, голова становится легкой, ощущение этого релакса, вообще как в нирвану, ты с легкостью засыпаешь, прекрасно видишь сны и встаешь с хорошим настроением, с хорошим ощущением здоровья, выспались, а сон опять-таки это счастье, это необходимость нашего здоровья, так же как и питание. Сон – одно из самых, наверное, я бы сказала, важных моментов. Хорошо выспаться – это залог хорошего трудового дня. Вот. Поэтому, когда я с ним познакомилась, вот так, когда легла, и я понимаю, что мне не хочется вставать, потому что ты растворяешься вместе с этими микросферами. Была зима, я поскользнулась, выходя из машины, поскользнулась на льду, разбила колено очень сильно и прям не знала, что внутри у меня нервные окончания, они тоже были разорваны. Когда колено уже заживало, я начала делать дома уборку и случайно наклонилась, встала на колено. Меня пронзило такой болью, ну, наверное, каждый знает, когда случайно ударишь локотком где-то по столу, и вот прям эта боль пронизывает. И точно так же с коленом. Но что было делать? То есть разрезать колено было невозможно, потому что шить эти нервные окончания, их тоже невозможно, я понимала. Поэтому мне посоветовали, как раз мое знакомство так происходило, варифорд. Я носила варифорд неделю, не снимая, потому что я хотела, чтобы эта боль, эту боль я не ощущала, чтобы этой боли у меня не было. Я носила, не снимая, один раз, правда, в день. Вечером приходила, ну, 20-30 минут, иногда даже засыпала. Потом как-то я уехала в командировку, убрала, немножко забыла. И после очередной какой-то уборки встала на колено и понимаю, что меня не пронизывает эта боль. Что мне очень легко. Я специально на колено придавила, на колено. Боли нет. Я звоню производителям и спрашиваю, действительно ли это так, что могут нервные окончания. То есть, понимаете, вот здесь для меня было как, наверное, как сказка, потому что я и крема использовала, и мази использовала, и какие-то процедуры делала, и народные очень много, но сложно. Одно дело залечить поверхностный слой, а когда у тебя уже все залечено, когда уже все зарубцевалось и зажило, внутри нервные окончания сложно.